В Иркутской области с дистанционной на очную форму обучения не прошел бесследно. В регионе зафиксирован резкий прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями детей до 14 лет. За прошедшую неделю в Прибайкалье было выявлено почти 16 тысяч случаев заражения, и почти 40% от общего числа составляют как раз несовершеннолетние. Стоит отметить, что циркуляция вируса гриппа в регионе до сих пор не зафиксирована, что, согласитесь, неплохо.